Так, ну что, продолжим играть в Payday. Какие мы там еще с вами контракты не проходили. Так, смотрим. Погодите, я, по-моему, не проходил Первый мировой банк из Котобойни, да? Да. Так, ладно, потом. Так, лабораторные крысы. Ну окей, гоу. Так, ладно. Придется этот контракт не на Детвише делать, потому что с пабами на Детвише будет очень трудно. Поэтому, ну как я говорил, проходить буду контракты не все на Детвише. Вот, некоторые будут на Оверкилле проходить, и чтобы побольше срубить опыта на этой миссии, я, пожалуй, пройду на Оверкилле. Так, ладно, читеров я, если что, тикаю. Точнее, я поставил систему, чтобы тикнуть. Или все-таки Детвиш поставить, а? Да я вот думаю. Ебатрон. Знакомый чувак, по-моему. Окей, ладно, гоу, выполним задание крысы на оверкилле. Про джоп оверкилл. Погнали. Так. Бляха, муха! Твою мать, я забыл перк поменять, а? Я экс-президента забыл убрать. Пиздец! Я экс-президента забыл убрать. Ну ладно, тогда с экс-президентом побегаем. Так, поехали. Все, что ли? Так, ладно, значит, сейчас будем мед варить. О боже, вот, знаете, я тут наслушался шуток, типа, Breaking Bad, Walter White, да-да-да, как в Breaking Bad мед варить. Такая хуйня, ребят, такая хуйня. Меня так бесило, когда сравнивали эту миссию с Breaking Bad. Пиздец, как бесит. Я даже больше скажу. Achievement за Detwish тут называется Breaking Bad. Сейчас я вам покажу. Смотрите. Смотрите, сейчас я найду. Есть, конечно, найду еще. Так, где-то здесь должно быть. Breaking Bad, Breaking Bad. По-моему, я нихера не найду. Блин, по-моему, я нихера не найду. Ну, сейчас, если получится. Wasteful есть. Firestarter есть. Блин, нихера нет. Фак. Ладно, нет, ни хрена здесь, не могу найти. Так, Hydrogen Chloride. Так вот, я вам сейчас расскажу, как эту миссию проходить. Короче, вам нужно найти три ингредиента. Это Hydrogen Chloride, Caustic Soda и Muriatic Acid. И Бэйн будет вам говорить, какой ингредиент добавлять, и потом на сколько процентов он уверен. Бывает рассинхрон, поэтому лучше подождите, когда два раза Бэйн скажет, что надо добавлять. И у нас, кстати, джекет упал. Ну окей. Так. Так что можно сварить здесь, конечно, все 7 сумок для ачивки, но она у меня есть. Можно сварить 3. Тут 3 достаточно. А на оверкилле вообще взорвать все можно. На Детвише нужно варить. На Детвише взрывать нельзя. Свет, кстати, можно не включать. Это глупо. На. Не знаю, правда, зачем мне этот экс-президент здесь нужен, но...
Ну окей. Варить долго, конечно, придется. Я ничего не говорю, очень долго. Ну, по возможности. Поэтому... О, здесь еще и патронов теперь до хера у нас. Так. Локера маленький урон наносит. А, у меня способность действует. Я могу стрелять бесконечно. Ладно. Не постреляю я. Так, что у нас? Мюриари кассит. Готово. И осталось каустик сода. Ингредиенты никогда не повторяются в первый раз. То есть, я имею в виду, на одну сумку всегда разные ингредиенты идут. Так. Так, у нас там парень с грайндером, да, бегает? Окей, вроде нормально бегает. Так, сода. Сода, 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 сода. Есть. Так, берем. Окей. Короче, пофиг, куда на самом деле выкидывать. На самом деле в окно выкинуть можно. Ну ладно. Не будем пока. Так. Еще две надо таких сварить. Это для Долли Бэйна. Ой, для... Не-не-не, не Долли Бэйна. Для того, чтобы сделка состоялась на втором дне. Трехдневный контракт. Че там? О, найс. Так, снайпера, да? Окей. Заколебал ты меня, тейзер. А, все уже. О, дозер. Пфф, да дозер падает за секунду. Надо было дотвиш ставить. Так, снайперов. Снайперов даже убивают. Но на самом деле дотвиша крыс мне один раз хватил. Даже на проджобе хватило. Так что... То, что на оверкиле про джоб прохожу, не имеет значения, по сути. Не, ну как я и говорил в первой части, то, что я буду проходить на оверкиле. То есть не только на дотвише все контракты. Все-таки это не демонстрация скилла, просто если уж я и хочу что-то получить за это прохождение, то хотя бы левел себе набить. Поэтому я и прохожу на сложностях на таких. Так, там еще щит. Да блин. У меня броня вообще не кончается. Вообще. Ну просто они мне ее посносят немного, и сразу же оно у меня восстанавливается. Просто моментально. Фак, нет, патроны. Так, Мюриади кассет. А, на 86, окей. Это больше, чем даже 3 четвертых. Файн, файн. Да-да-да. Запах прямо оттуда учуял. Там бульдозер, по-моему, не? Что-то, по-моему, бульдозер там слышу. И у меня нет патронов, фак. Штык нож, пошел. How many bags do you want? Да сколько хотите делайте. Давай, штык ножом его. На. Да сколько хотите, столько и сделаем. Hydrogen chloride. Ага. Кажется, ну, скорее всего. О, опять снайпера пошли. Shield, for fuck's sake. Так, есть. Еще. О, да. Ну-ка, иди сюда. На. Отстреливаться долго надо. Кстати, здесь есть еще ачивка одна.
Это сварить три сумки мета, не впуская копов в дом. Вот в этот вот, где мет варится. Вообще не впуская, никак. На самом деле, ее выполнить легко, но для этого нужны либо пабы нормальные, либо команда сплоченная. Потому что вам придется координировать друг друга действия. Ну, это на самом деле на нормале делается, но... Так, сода, да? Mm-hmm. Так, две есть. Окей. Так, что, пошлите ингредиенты искать? Здесь отбрали. Только посылочка есть. Так, надо подсвечивать будет всю эту шушеру. Вот здесь есть. Да, здесь всегда есть. А пакетиков нет здесь нигде? Ну, пакетиков нет. Нет пакетиков. Так, хорошо. Ну, еще сумку-то, понятное дело, придется варить. Только вот больше варить или нет? Надо подумать. Так, что там? Каустик сода. Хорошо. Найс. Так, они стоят. О! Я помню, у меня на одном задании залагал Винтерс, и поэтому... Короче, как было, сейчас расскажу. На задании Hoxton Breakout у меня залагал Винтерс. Он только крикнул и появился, как я его убил сразу же. И я не знаю, то ли я его слишком быстро убил для игры, то ли еще что, но больше Винтерса на карте не было, и при этом штурм не прекращался. А вот и он. Да я убью его, парни, не переживайте. Чё ты там орёшь? Иди сюда на! Сюда на! Сюда на! Пошёл вон отсюда, всё, убили. What the fuck? Ага, фоллбэк. На! На! Куда ты пошёл? Смотрите, Винтерс. Винтерс зассал. Ну это сам Винтерс вот это вот. Но он секунда. Не, Винтерса убить на самом деле невозможно самого. Можно убить только его парней с щитами. Так, что там добавить-то надо? Что добавить-то надо? Hydrogen chloride. Так. Ух, ё. И все равно у меня армор так и не заканчивается, по сути. Я вообще могу пройти это ограбление, ни разу не получив урона как такового. Ну, кроме армора. Не потеряв здоровья, хорошо. Ай-яй-яй, накаркал. Накаркал, блядь. Да, накаркал. Погоди-ка. На. Да, зря я экс-президента не убрал. Что-то я забыл вообще о нем, на самом деле. Ну, пускай так будет, ладно, не важно. Тейзер. На. Знаете что? Мне патроны поподбирать, но у нас тут сумок много, поэтому... Я лучше так возьму. Давайте, давайте, Мюри... Бэйн, давай, Мюриати Кассет. Щилд. Ага. Снимайте мне броню.
Да я говорю, блин, был бы у меня интервент. Я бы просто так вот сделал, оп, и у меня сразу 20% КП. Ага, вот видите, он сейчас сказал Hydrogen Chloride. Ага, ага. Все. Можно еще поварить. Поварим, поварим. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да, экс-президент, конечно, не для такого армора, как у меня. Тут как? Тут восстановление ХП идет. Вот эта вот полоска восстановления, она идет, когда броня на нуле у тебя. Поэтому, наверное, доджи хорошо пойдут с экс-президентом, наверное. Снимите мне броню, я хочу похилиться. Хотя хрен они мне ее снимут. Нихера там парень завязанный. Думаю, еще варить не надо. Мне опыт нужен. Так, все что ли? Ну ладно, go отсюда. Да, валим отсюда. Ой, там клокер за кем-то выехал. Не, чуваки, давайте там живите как-нибудь. Все что ли? Да, в принципе, можно уходить. Здесь, по сути, больше делать нечего. Сто процентов я здесь не один русский, как мне кажется. А, побег. Охереть, сколько опыта. Так, погнали. Теперь второй день обмен. Мы даем нигерам мед, они нам информацию. А, сначала побег, да-да-да, забыл. Поехали. А, сразу баг этот сработал, что первый падает. Его никогда не починят. Так, ладно. Все, погнали. Так, можно, значит, все награбленное вон туда вот скинуть. Сейчас там парень доломает замочек. Так, погнали. А сколько минут-то? Ну ладно. Ладно, я тогда лестницу подержу, пожалуй. Да, я, пожалуй, вот эту вот местность подержу. А, 3 минуты? А, Вен прибудет, смотри-ка. А, не-не-не-не, вертолет. Мне сначала показалось, что это водитель с нами говорил. Ладно. Так, готово. Ну. Куда пошли? Я, пожалуй, позачищаю здесь.
Точнее, поубиваю всех подряд просто, кого вижу. Пожалуй, наверное, надо было в ту дверь сходить. Там по-любому... Ага, пойдут они. О, блин, я хотел анимацию сделать. Заземление. Да ладно, здесь даже на Дэдфише не трудно. Окей, найс. Так. Штурма нету. Ну, где-то обычно, да, на 4-й минуте чувак этот прилетает. Вен у меня здесь редко, кстати, появляется. Обычно вертолет, кстати, я не понимаю смысл... Вот здесь вот постоянно резать вот эти вот хрени. Да блин, сейчас. Во. Здесь еще. Сейчас. Вот здесь вот. Вот здесь. Зачем? Не, сюда если скидывать что ли, например, ammunition, там не знаю. Ammo bags. О, дозер. Ну вы убьете его, да? Да. Молодцы, парни, молодцы. Так, минута. Дабл килл. Так, сейчас он прибудет. Раздача Ace of Words. Заходите и получите. Ну, там, на самом деле, на каких-то сайтах надо регистрироваться, чтобы потом пишешь свою почту, и они тебе туда ключ кидают. Мутно, поэтому я не делаю так. А, он туда прилетел. Понял. Окей, гоу. Так, 2 минуты, да? Я даже один раз на побег-то не успевал. Это, по-моему, либо Дэдфиш был, либо оверкил, и я без брони был тогда. Но так получилось, что я умер. Всем. Окей. Ну, побег это хрень, на самом деле, поэтому. Сколько тут? 240 тысяч опыта. 250 почти. Нормально. До 95-го апнулся. Ох, окей. Итак, день 2. Обмен. Так, теперь нам нужно у этих нигеров инфу узнать путем сделки с метом. Упс! У нас там парень стрелять уже начал. Ах, окей. Да похер, блин. Ладно, у нас там с парнем с одним не получилось. Ну ладно, ничего страшного. Так, теперь надо сейф найти. Можно подождать, чтобы они инфу спалили, но... По сути, дело ваше. Но если хотите C4 потом разминировать, чтобы деньги забрать, в принципе, можно. Ну а что, ты все равно оверкил. Немного изменится, если не пройдем. А, если точнее инфу не найдем. А в том здании нету? Может, они уже сожгли ее? А, вон там еще дрель, оказывается. А я что, упустил ее? А, вот она где.
Да, я что-то упустил. Сколько там? Угу. Понял. Так, у нас там убили уже одного. Херовая идея. А, его Глокер убил. Или тазер. Походу тазер. Так, сколько тут сверлиться будет? Понял. Ладно, я тогда посижу. Вот ненавижу, когда ломается это говно постоянно. Мне кажется, я там Клокера видел. Окей. Блин, как же мне не нравится этот экс-президент. То, что я его забыл заменить на интервента. А, чувака, быстрее починю. А я быстрее починю. А я быстрее починю. А я быстрее починил. Okay. Так, посылочка. Чё? Ладно, наверное, пойду к тому сейфу, потому что он быстрее додрелится. Ой, у нас там еще один грайндер есть. Найс. Ну, клокеры — проблема современного Payday. Да твою мать, а вторая — это дрели. Секунд. Можешь просто так вот посидеть тут. А. Прости, чувак, мы тебя не спасем. Ну ладно. О, идеально. О, а вот и парень, который в черный список отправляется и удаляется из друзей. Нечер меня приглашать постоянно. Реально заебали. Я уже попереудалял столько людей, которые в CSGO зовут постоянно, когда я в другой любой игре. Вот просто столько их попереудалял, и вроде никого новых больше нету. Так один хер, они откуда-то появляются? Откуда? Так, если сейчас здесь инфа, то мы успеем уйти до штурма. 5, 4, 3, 2, 1. Давай, 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 давай. И поехали. Да, нихера там нету. Получается здесь. По сути, если бы я взял даже Ghost, то у меня локпикинг прокачан. Ну, если бы я набор другой взял. Давай, 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 давай. Не успели до штурма уйти. Все, взял. Так, оп. Ау. Все, что ли? Yeah. Так, теперь информация есть, можно вытащить, потом будет сумки из автобуса. Потому что C4 можно будет обезвредить. Так, миссию можно пройти либо быстро, либо чуть подольше. Я выберу чуть подольше. То есть можно тупо пробежаться, убить крыс, а можно еще деньги забрать у них. Поэтому лучше я заберу их. Я что, цивилина убил?
чё, парни, деньги-то? Я один, что ли, это делаю? По-моему, я один деньги беру, не? Не, ну окей, как бы. Так, парень через 2 минуты здесь будет, чтобы бабло забрать. Почему они не берут нихера? Да блин, мне одному это что ли надо? Я просто опыта хочу побольше. Так. По-моему, все. Блин. Ну да, в одного работать, конечно, долго. Че они делают? Ну да, мне это одному, видимо, надо. Ну нет бы хоть помочь там, не... Ладно, там вы не хотите, но помочь человеку неужели влом? Не хотите, блин. Козлы. Вам не надо, другим надо, блин. Но я не помогу, это точно, ага. Как обычно. Все, последнее, по-моему. Да. Так. Не знаю, куда он их не знаю, куда он прилетит, конечно. Наверное, туда. Ни хера тут сумок сколько. Где он, где он? Вон он. Не-не-не-не, он на эту сторону летит, на эту сторону. Или на ту. Блин, на ту. Говно. Забейте на проджоп, нам бабло нужно. Мне нужно. Лутайте быстрее. О, найс. О, так мало, кажется, дают. Ну ладно, сумок много. Так, все, не забыли вроде ничего. Все, нормально, 13 сумок. 6,5 миллионов. Я думаю, левел ап дадут, потому что здесь учитывается только статистика за ограбление. А за инфеймос нет. Так что успеем. Все, изи. Бонус про контракта всего лишь на 3000 больше. Черт возьми. А может и не будет... Не, не будет лава-лапа. Зараза. 22 тысячи всего. Такс. И первое, что я сейчас делаю, это экс-президента уберу нахер. О, ускоренная раскрутка. Нихера себе. Так. Так, экс-президент, иди отсюда. Где интервент? Интервент выбрать. Фу, yeah.